Они раньше жили на Екатериновке. Раньше тут Жанна с нами жила. Жанна, как же ее? Ну вот, Настя, короче. Что там с меня, молодой человек? Ну вот. И никогда не говоришь, у меня там старый. Мудрый! Теперь буду знать, что это стоимость. Стоимость поездки составила 671,48. Спасибо. Так подожди, это я тебе еще сотку должен, да? 600. Ага. Я тебе должен 330, блин. 100 давай и все. Да нет у меня больше. Смотри, мелочь. Ну нету, значит нету. Все. Подожди, сейчас эти мелочи посыпь. Просто мелкие нужны у меня тут. Ты с этими похоронами. О боже, да ну успокойся, все, я пошла. На. Еще покатаемся. На тебе. 50 рублей еще. Олег, какой сон. Все, ну теперь сдачи дать нечего. Ну и где твой этот пассажир? А сейчас, не знаю. Сказали тут. Не встречаю. Я, наверное, сейчас подожди, застегнусь, вот, а то я на улице. Да не торопись, ради бога. Сейчас вот все равно. Минут 10 постою, покурю. Мало ли. Может, кто и я не поймал. Ну, мне надо телефон номер, чтобы я совершенно... Ну, давай, пиши. Сейчас, секунду. А то... Девки, девка, да. Ну, да, ну, и у Маши есть, и у Иры есть. Да не всегда Маша и Ира рядом, не всегда им дозвонится. Ну, они понятно. Же баломницы еще те. Так. 072. Дальше. 12. Угу. 92. 3 шестерки. Ух ты. Звонок из ада. А что это такое? Что это мне один пассажир? Звоню, подъехал, звоню. Ну, звонок из ада. Тренер, кстати, по тайскому. Ух ты. Вот это что-то вроде есть. Без пароля, да. Все, ладно, я выскакиваю, я сейчас наберу.